Каждый раз, заканчивая очередной учебный блок, я пыталась рассказать, вернее, оценить те знания, которые получила. И каждый отзыв выходил похожим друг на друга. Что нравится, что сделала. Думаю, пора обобщить свои ощущения от всего пройденного цикла. А прошло уже 5 месяцев. И вот что хочется сказать и показать. Пришла я на курс «Умею вязать». Уже рассказывала об этом. Училась по дискам, журналам, но результат не доставлял большого удовольствия из-за того, что каждый раз вещь, созданная практически на ощупь, оказывалась не такой, какой хотелось бы ее видеть. Много возникало вопросов, а найти на них ответы сразу не получалось. Я понимаю, что многие скажут, на форумах можно спросить, но сначала-то нужно правильно сформулировать вопрос, чтобы тебя поняли, потом дождаться, когда у кого-то будет время тебе ответить. И не факт, что ответ тебя удовлетворит и будет тебе понятен до конца. Но вообще я поняла главное, вернее, не поняла, а убедилась еще раз, что всегда и во всем нужна система. То есть нужно правильно подобрать информацию, доходчиво донести ее, а составить такую программу должен и может не только профи в вязании, но еще и профи в обучении. Вот эти качества как раз и присущи нашему учителю Наталье Некрасовой. Ранее изучив море информации, мне сложно было систематизировать и применить свои знания. Отсюда и ошибки, которых могло бы и не быть. Страхи в предчувствии очередной неудачи. Может, так не у всех, но у многих моих знакомых, которые начинали вязать на машине, крючком или спицами, они, не получив желаемого результата, бросали это занятие. Почему? Потому что недовязы, они, эти недовязы не сподвигнут на дальнейшую работу. А нужно всего-то было только вовремя подсказать, похвалить, поддержать. И это творит чудеса, уходят страхи, появляется желание создавать новые вещи, и хочется удивлять своими успехами все больше и больше. Вот как раз на курсах у нас эти чудеса и происходят. Девочки показывают такие удивительные результаты, и я своими очень довольна. Так вот, все же о главном. Чему я научилась и что было сложным? Первое, самое важное, теперь без страха подхожу к машине и знаю, что могу связать выбранную модель. Научилась рассчитывать, строить любую выкройку. Теперь могу вязать изделия с воротниками, карманами, планками и больше не переживаю, что не получится. Пока, правда, за сложные модели не бралась, но мои вязалки, которые на фотографиях, говорят о том, что вязать я буду и все у меня получится. Сложным оказалось только найти время. Да и не всегда выполнял домашние задания, если честно, потому что хотелось уже вязать то, что выбирала сама. И спасибо Наташе, не очень она меня сильно за это ругала. Сейчас у меня так. Нужен новый гардероб, нет проблем. Выбрала модель, купила нитки. И новый костюм, шапка, беретка, юбка через пару дней готовы. Наташа, правда, говорит, что для этого нужно всего несколько часов, но у меня пока так не получается. Опыта маловато. Но это же поправимо.